самым смелым тату за мой счет. Главное не читать комментарии, и все будет здорово. Да. Достаточно, Диана, расфуфыренная? Ответьте нам в комментариях для съемок на улице. По-разному, смотря какая музыка. Выпуск «Тату везде» сегодня у нас около европейского. Жду красотку тиктокершу, которая будет сегодня сниматься в моей рубрике. Очень такая скандальная личность, я бы сказала. У нее даже в Инстаграм написано, что тиктокер меня не любит. Я думаю, что потому что она очень так вот вызывающе выглядит, татуировки, дерзко себя ведет, не стесняется записывать ролики. Вот, так что сейчас я вас познакомлю. И будем здесь раскладываться. Я думаю, что это будет прикольный, интересный выпуск, как всегда, с красивым видом. Оставайтесь, подписывайтесь, ставьте свои комментарии, лайки, пальцы вверх. Ну что, это такая проверка связи с микрофончиком, потому что звук решили исправлять, чтобы он был лучше, чем на прошлых видео. Уже знаю, что чем больше ты всего делаешь, тем больше хочется улучшать, и никогда не может быть идеала с первого раза, но мы стремимся. Готовим место здесь и идем делать татухи на дорогу. Там, потому что крайне жарко. Достаточно, Диана, расфуфыренная? Ответьте нам в комментариях для съемок на улице. Я, кстати, тоже сегодня нафуфырилась, чтобы вместе быть нафуфыренными. Очень жарко, я думаю, что мы еще можем с тобой загореть. Срочно, рекламодатели, нам нужен контракт с солнцезащитным кремом для Дианы. Помнится, 2 дня назад ты мне говорила, что не будешь больше делать тату на пальцах. Ну, помнится, ты говорила, что я просто так уже говорю. От этапа больше не делаю тату, но хочу еще. Да. Не прошло недели. Очень жарко. Потом, когда у нас 8 секунд, мы снова все хватаем и бежим. Самым смелым тату за мой счет! Почему они? Почему они такие? Самое главное, что без происшествий. Все очень круто. Ну только скорая проехала, и люди офигели. Но... ну что, татуху сделали. Осталось ответить на пару вопросов моих каверзных. Ты очень быстро развиваешься в ТикТоке. Да. Как ты добилась того, что у тебя там сколько миллионов сейчас? 4. Как вот 4,5 миллиона? Просто ради души это делаю. То, что по кайфу. Кривляюсь. То есть ты думаешь, что твоя главная фишка – это то, что ты кривляешься? Да. А покажи, как. По-разному, смотря какая музыка на самом деле. Вот, но за это меня не любят в ТикТоке. Почему? Вот. Ну, не знаю, что мне, наверное, легко все удается, они пытаются что-то там вертеть, и я такая, все, миллион заработала. Ну, а ты скажи, что это же нелегко. Нелегко, да. То есть ты же, как бы это одно видео залетело, правильно? Но ты для этого 50 еще сняла. Ну, конечно, ну и для того, чтобы начать кривляться, мне нужно было переступить вот это вот все, что хейт вот этот вот. Ну, ничего, я подумала, все равно нужно бы покривляться, потому что людей это цепляет. Сделали татуху? Да, я тоже очень рада. Очень понравилась идея и сделать на улице. Спасибо, что согласилась. Ну, конечно. Тебе очень идет. Кипиш. Спасибо. Скажи мне, что самое сложное в своей профессии? Снимать видео, вот именно работать с рекламодателями, либо с хейтерами, либо наоборот с подписчиками, которые тебя любят, либо как вообще? Что самое сложное? Ну, самое сложное, наверное, справиться с хейтерами, потому что они не понимают, что это все, что я делаю, это просто образ. Ранит, да? Ну да, есть такое неприятное.
А у тебя есть какие-то хейтеры, которые постоянно тебе пишут? Вот? Я не читаю комментарии. А, не читаешь комментарии? Нет, стараюсь не читать. Раньше читала и очень загонялась. Теперь думаю, ладно, буду делать то, что в кайф. И как тебе это помогло? Справиться? Это просто не читать комментарии. Типа из глаз долой и сердце просто вон. Да, не читать вообще ничего. Вот я создала типа новый акк, и вот там читаю, потому что хейтеры еще не добрались до туда. То есть совет всем начинающим тиктокерам? Просто будьте такими, какие вы есть, и не заходите в комментарии. Читать комментарии, да? Сколько лет ты уже снимаешь тиктоки? Года 3. 3 года? Это долго? Долго, да. Я просто работала, мне было скучно, снимала на вспышку в туалете. Все думали, что это моя квартира, но нет, это был туалет. А где ты работала? В Wildberries. Да, это типа... Упаковщиком? Нет, просто выдавала товар, который вы заказали. А там какая-то история смешная была, да? Ну, меня уволили, да, потому что я закрылась на перерыв 15 минут. А там вообще-то 4 раза можно закрыться. В итоге я закрылась, заказала себе Макдональдс, снимала ТикТок. В итоге мне звонят и говорят, типа, ну все, пиши заявление, ты уходишь. Я думаю, почему? Они говорят, потому. Я думаю, ну ладно. Видео-то хоть залетело, то, которое... Все залетели, но меня попросили удалить. Почему? Ну, чтобы их бренд не светился. Вообще-то бесплатная реклама, вы такое пропустили, вы вообще. А сейчас сколько у тебя реклама стоит в ТикТоке? Ну, это... такое примерное можно, которое вот не страшно сказать сумму. Ну, пускай, ну, 20. Wildberries, вы упустили бесплатную рекламу, понимаете, что вы сделали? Да, и уволили меня без причины. Но иногда вот такие вот судьбоносные моменты происходят, и ты полностью в свое призвание ушла. Да, я ушла, и все, меня сразу после увольнения позвали в хаос, в Sweet House. Я думаю, ну все, жизнь пошла круто, все. Зачем мне Wildberries, если я звезда? Сейчас ни о чем не жалеешь? Нет. А на какую тему ты снимаешь видео, кроме кривляний? Я просто делаю тренды. То есть ты тренды выбираешь, липсинги снимаешь, да? Да, и вот всё. Классно у тебя такая... мимика, которая никому не нравится. Почему не нравится? Ты же милая, очень хорошая. Я не знаю, просто я... Образ такой. Ну, просто образ такой, да, и мне... мне бесит, когда они не понимают, что это просто образ, а не я такая, вот. Иначе никак не заработаешь просто. Главное не читать комментарии, и все будет здорово. Да. Подписывайся на меня, на мой YouTube. Ссылку на Инстаграм Дианы, на ТикТок Дианы я оставлю в комментариях, в описании к этому видео. Не забывай ставить большие пальцы вверх, нажимать на колокольчик. А давай с тобой разыграем что-нибудь в комментариях. Например, приводные татуировки мои разыграем. Uh-huh. Какой-нибудь вопрос зададим им. Как вы думаете, сколько татуировок на теле у Дианы? Пишите в комментариях, и правильно ответивший получит набор моих переводных татушек. Круто. Я надеюсь, вы не успели посчитать. Пока!